Так. Тут его, да, где-то повесить его. Я думаю, само нормально будет. Вот сюда. А уже подвижу сюда. Не, ну как скажете, я имею в виду на этой стене. Может сюда ближе. Так, у сыновей закрыто. Короче, я так подумал и взял вот такую коробочку и диф-автомат взял. Он срабатывает, если протечка идет тока на землю. Ну, то есть он срабатывает и при коротком замыкании, если что, и если, не дай бог, там тен порвался внутри, и чтобы не ударило током, оно сразу отсекает. Ну, получше, чем обычный автомат. Вот. Это я всем советую. Ну, смотри, делай как лучше. Тут уже земля удерживается. Угу. Ну, там все посмотрим. Потому что розетка с заземлением не значит, что она с заземлением. А все новые розетки, ну те розетки, которые родные стоят в комнатах, тоже с заземлением? Вот это, допустим. Они обычные. Ну ладно, я посмотрю, что там. Ну оно в любом случае сработает. А вот как выдержит? Думаю, да. Что за провод? Куда он идет? Как он тут подключен? Видно, что отдельно делали, тут ее не было, поменено это. Ну, отдельно делали. Сколько там, 26, да? Угу. Линейка будет такая. Угу. Линейка будет. Почти. Это что я отметил, получается, это дырочку там, да, или нет? Ну да, 26 здесь, да? Угу. Вот так. Распакуй же, нет. Сверлайте. Ну, крепление. Да они вон лежат на полу. Угу. Потом длина их, нет.
Давай крепление. Что там, держится? Нормально. Повытирать только. Короб? Полоску? Знаешь, я хочу, чтобы она не, на нее вода не попадала. Чтобы она была за шторой. Ну, тут, да, поставить это. Ну, это снизу, а коробку сверху. Какую коробку, не понял. Она же в коробку ставит эта штука. А вот это ерунда. Одна, а вот вторая. Вот это что ли? Ну это сюда же она вставляется внутрь. А, то она вставляется. Да, это не вопрос. Что там над розеткой здесь вот поставить так вот? Ну да, вот там поставить ее. Пускай стоит. Так. Сейчас тогда. Смотри, Женя, сейчас я покажу. Да. Ну, будет тут все подключаться вот здесь вот. Это надо сейчас нам здесь подключить трубу, так обвести их за ванной вот здесь вот. Если просверлю отверстие здесь и вывести тут трубы и подключить там. А может это вырезать там же пластик для дырки, вырезать? А? Пластик для дырки проколупать. А, если есть. А, ну тогда можно и там. Это ж пластик, блин. Ну давайте, тогда там засиликонить потом, да и все. Ну да. Ай, ну глаз попал свет. Зайчик остается. А, ну вот и так идет. Так, так, так. Вот тут где-то просолитело, да, получается? Огромненько вот так вот. Помирять этой стены. Так по плитке пошло, вон, смотри. Вот так вот. Раз и два. Ну, да. Так, где у нас тут у нас будет заходить? Влазящий? Да влезет. Вот под углом чуть-чуть, а потом выровняется. Последнюю ножку или без разницы? Просто за ванну закинуть за ножки, да, за эти две? Ну да. Ну, да, еще не надо. Маловато, что-то отрезали. Держи, Женя, иди.
она не выключена. А что она, я тут подниму ее. Ну давай, ну ладно, сейчас. Давай, наверное, сейчас тут запакую краны. Чуть-чуть больше, чем меньше. Ну, ты что? А где краны все? А, тут? Угу. Ну, сейчас. Так, вот это. Ага. Вот это. И краны. Красные. Угу. Фум-лента там в сумке. Окей, это будет. Ключик один, второй. Не-не. Пакли у нас нету кусочка. Пакли. Пакли. Шмакли. Пакли. Сюда. Ну, подержи. Так, краник. Чистить бодер потом. Можно слить воду. Легко. Так, это и есть. Вот так вот скрыл и все, да? Легко. О, легко. Держи. Ну вот сразу нанести, пока не одевал. Да. Меньше легких путей, да? Угу. Теперь краник.
Ой. Ну, что-то для хлива. Для длинья хватит. Он открывается. Сам пока. Ты открути, покрути их. Понял? Это держи, а это покрути в сторону. Ну, так нельзя скрутить его. Уже все напаплено, это запаковали. Я сейчас перепакую, как оно потом будет. Надо сначала всю эту конструкцию собрать. Вот, короче, удалишь этот момент. Удалишь этот момент. Так, запаковали. Не забывать эту гайку одевать. Блин, ну муфту вот эту. Должна упереться. Один, второй. Пищит. Держи бойлер, чтобы не шатался. Ой. Хорошо. Так вот. Нормально, да? Крепить не надо, сильнее. Зажимать? Да ну, уже ну. Не, я говорю, трубу сильнее надо крепить. А, крепить? Не. Так тут не к чему, зачем только портить плитку лишний раз. Тут такого нету, чтобы если тут расстояние метров 4 было, другое дело, тут трубу веса меньше метра. Она так тут жестко сидит. Лишним будет только. Что там у нас тут? Воду отключили уже? Да. Краники уже замученные. Краники уже убитые. Какую-то тряпку или что-нибудь положить сюда. Сейчас со шланга вода сольется. Так, это у нас горячая. Теперь надо понять, где у нас. А ну откройте. Горячая есть вообще вода? Ну, идет? А я не знаю, открыть. Да, я проверю, где тут горячая. Открыли, да? Угу. Ладно, горячей вообще нету, походу. Да не было. А ну тогда холодную откройте, я проверю тогда. Где нам подключиться. Вдоль польется. Ладно, все, выключайте. И ту, и ту. Прикрывай? Да. Вот это холодное. Да, уверен? Ну, шумит этот шланг, а этот нет. Ага. Отлично. Значит, сейчас сюда подключаем.
Так, давай эти. Еще комплектующие все. Ну там колечки в другом. Американка там. Ну, все вот эти вот прибамбасы. Да? Угу. И все. Еще один носок. Угу. В кулечке там труба. Для чего она? Какая? В розовой кулечке была еще трубка. Что за трубка неси? Что там еще есть? Неси все. Так и кулек бы принес весь, да и все. А там еще американки две должны быть. Один. Вот эти нам надо. Вот сюда, присандалить как-то. Надо запаклюют, это все надо. Вот это надо запаковать на вот эту штуку. Ну что еще? Ничего. Да, подожди. Сейчас. Что за тряник у нас? Покажи мне его. Можно его сюда присобачить. Тряник этот. Попробовать. Тумбочка тут не двигается вообще. Вот это вот. Может ли она тут держать этот? Не буду рисковать, если я выкручу его. Сделаю чуть-чуть по-другому. Она снимает сейчас у нее? Да. Не мигает еще батарея? Не мигает вроде. Мигает? Нет. Уже все, да? Никто не трогает. Ага, ну как ключ бедный.
этот тройник. Получится у меня тут запаковать его. Или какой-то удлинитель обязательно надо будет. Наверное, да. Да. У нас это попробуем, наверное, все-таки на фом-ленту. Да, пойдет, да? Что там? Ну все, запутал. Я в три просыв. Ну, как-то раком боком пытаюсь крутить. Надо шкафчики делать. А? Надо как-то перегородка все равно. Ну, это можно, в принципе, снять. Вот это. Ну, не забери. Короче, мы снимем вытянем тумбочку, потому что это, мне кажется, мне не будет держать этот. Сейчас перепакую. Нормально, уголки поставлю. Будет все намного лучше. Дай ключи, Женя. Угу. Ключи дай. Ага. Да. Тогда мы снимем, наверное, да и все. Потому что тут она держать не будет. А ну можно вас на минуту? Можно с нами?
Я, в общем, ее этот, ну, открутил, снял ее, она не сильно держится, это мойка. Вот эти краны, они поломанные уже. Я сейчас хожу, куплю краны эти новые. А ну-ка, подожди. А? Есть что-то? Чекает, нужно есть кран еще. Они же тут их... Ими никто не пользовался, так они уже... Тряпка была какая-то. Чего его делать? А? Из чего он его делать? Что именно? Фуленьки. Не знаю. Полиэтилена какого-то, наверное. Понятно. Понятно, что-то искусственно созданное, что-то. А уже особенно растение. Давай. На. Ножик дай лучше, сейчас я сниму его. Там в сумке. Или в сумке, или уже было сниму. Ты это снял? М? Ты снял? Какую-то. А, тут да. Я давал ее.
запакую туда пока, но... Если тут запакую, не может, то там... Ух ты, мазнул. Что я где-то? Я тебе ее давал. Что? А, вот она. Я тут не снял еще, ты мне даже не давал ее в руки. Ты швырнула? Вторую, да? Такую же самую? Угу. Ты сказал, что снял. Я думал, ты про другую часть говоришь. Какую? Я тебе две давал только. Ты мне одну дал, а вторую ты еще все держал в руках. Новая, да, все-таки. Новая. Так поэтому жидко, да? Угу. Где пакля? Ты же кран открыл еще? Нет. Там еще тай будет, отсюда вода льется. Да. Из сифона вода пошла. Что-то что не такое. У нас что-то не так. Угу. А тут все. О, крышу отдай мне. Потом пока. Сгнила. Уни. Ну что, а ну давай пока мне забери мойку. На, руки вытри. Сейчас я его вставлю. Попробую вставить. Раком боком вставить. А вот что сделать? Раз. Блин, лезет.
подожди, держи. Держи. Заебает сложный ребенок. Поднимай шланг снизу. Я отдам. Ну, Женя, ну если я попросил, подними шланги. Да, ну, я же не вижу, как там они заходят. Подожди, назад еще. Вот. Поднялся, опять выгнулся просто. Фу. Срака твоя выгнулась. Срака твоя выгнулась. Так, где-то прокладка. Шлюпская. Вот так вот. И еще чуть-чуть. Есть. Да? Так, кто вас? Да, ищи. Вот, все. Почти ровно. Почти? Да. Относительно линии. Приподнять. Приподнять? Говори. О, все. Все? Есть. Во. 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 Все. Там слой держится, да? Угу. Так, еще один. Раз, два. И гаечка где-то должна быть. Ну, ищи гаечку. Вот это? Угу. Молчишь. Может, я тебе дал ее? Ты же молчал до этого. Знал и молчал. Как-то сюда.
эта труба. Так, ну, давай ножницы эти. Что у нас? Холодная. А сюда надо подключить. Это вот так, наверное. Да еще пол пошла. Да, метрух где-то лишняя была. На два уха. Чтобы запухнуть. Может приподнять его? У нас ножка мешает. Ну так да. Вот, начало. Ладно, мы не ищем легких путей сейчас. Держи дверцу, чтобы она мне не стукала по лицу. Ну, как вот тут за стенкой получится. О, как раз вовремя. Сел? Ага. Зарядку поставить? Да подожди ты. Поставим зарядку пока что. Не бил. Вот там было еще одно цвет сделать. Ну давай, наверное, шуру погаси, сейчас портфельно тут еще одно. Шури. Тут просто сверло, кто высолит, так мало будет. А этот уже не тянет, бедный. Ну все, сдох. Да не, просто все. Нам коронку не тянет. Блин. Тут надо в дури сколько суп. Перед другой стороны. Ладно, все тут сверло уже почти ушло, да? Так, а что мне надо? Мне надо... Где эта часть? Гайка другая. С этой. А, зайти пять это. Что-то снимали. Куда-то сдвинули. Ты снимаешь, откроешь, потом на меня везло. А, внутри. Помнил. Да, эту штуку суп. Кому? А, разлучил. Потом я просуну. Ну, зайти тебе должно быть. О, знаю, на. Подожди. Иди сюда, на эту сторону. Я что, должна ходить, тише. Ну, сейчас ты его как-то пхал сюда, шланг. Трубку эту. Я буду пробовать тянуть, а ты по чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну, подожди. Ждешь. Давай еще. Хорош. Давай эту штуку. Ты дал уже. Гаечку. Гаечку. И кольцо. Где это кольцо? Вылечечка. А где еще одна доза? Где ты? А вот она. Забирала. Вылечечку. Где она?
Подмочиваем. Ось такой этот подмоченный. Так. Сифон этот. Так теплый вроде. А ну дай пружину только выгибать. Где она? Вон там лежат две пружины. Одна тоньше, потоньше дай, которую. Да, я ничего не понял. Вот эти, да, пружины. Это потоньше? Угу. Нет. Ну да, нет. Да. Наверное. Это мне просто не помню, когда она снимает. Красная, когда. А если зеленая? Первый раз слышу. Там зеленая вообще может быть. Хватит, хватит. Перекрутишь. Так, а вот этот, походу, можно сюда завести. Отсюда. Угу. Ну тогда давай другую сейчас. Опять много они отрезали. Сколько там? А где-то вот. Ну что, надо отсюда, вон, было 6 метров будет. Уже больше. Я понял. Я так понял. Я тебя понял. Держи. Держу. Ничего делать. Перепакуемся. Давай.
Дай отверточку длинную эту. Ну что ты делаешь? Что-то по-ублюдски все так. Специально клеенку положили, чтобы не сарапать, что-то там берется. Я схватила, она извлекла. Ну так зачем? Просто нагнись аккуратно его. Ну как и пожалуйста. Я так, что нам здесь надо, получается? Аккуратнее, а у нас обратно мысли кто-то? Да. Идем, не идем. Обратно. Вот он. Ага. Ну, работы доходят. Да. Где фунлента это? А функа есть. Ну давай, ладно, давай здесь на рапаклю. Вдруг мы тут все где-то потом будем перепаковываться опять. Ну или чтобы красиво лучше. А вдруг потечет это? Где-то потечет. Ну, в бане. Это маловато. Да не нормально. Сейчас соберем, слышишь, это полностью. Потом будем прикручивать туда. Ну что там, получается. Ага, ну здесь вот поставили назад. Подралось, вот и все нормально. Вот так вот, или вот так вот? А, сначала... Тут обратно. Нет, это сначала, потом же, а как сливать, потом обратный клапан не даст. Сначала проходной кран, потом клапан. Тут начали, блин. За чересчур. А не обратно. Свой следующий у нас идет краник, но лучше сразу на краник тогда. Маша. Отлично. Так, здесь это вот так. Ну, потом вот так вот. Потом так вот. А вот. А. Значит, сюда. Здесь сначала. Не, смотри, смотри. А, вот это сюда. Да. Красиво. И замазывай туда, внутрь. Не, вот сюда. Это же потом вернется. Где паста? То стены чистые или нет?
значит, по барабану. Был грязный. Будет чисто сам грязный. Штаны ваши чистые или нет? Штаны чистые ваши или нет? Не понял. Штаны чистые или нет? Да ложи, да не грязные. Где-то тряпка. Работает. Модная, с дырками, блядь. Носятся только дома. Нет, тряпка. Тряпка. Ну, он же. Ну, не всю сторону. Да, вот так. Включите. Слышу. Это? Да. Думаете, под люк. Слава Богу, нашел. Руки в диске открыты. Где еще один ключик? Нет, там внутри нету. Он тут папа не дал. Молчит, главное. Что-то большое уже не понадобится, да? Кто? Папа. Да еще же тут надо паковать на кране. А, ну да, на последний раз. Тебе все равно. Может еще понадобится, может на фундамент будет капать. Вот. Я выдал, чтобы... Вот. Положите.
Так, осталось. Вот эту запаковали еще. Вот эту. Такую еще одну. Вот такую. Где она, найди. Ты видишь, как она выглядит. Берёшь вообще совершенно другую. Там заряда осталось. О, полный он. Полный? Да. Ну, давай заверстусь, дай я тебе заберу эту штуку. Которая она будет у тебя. Фонарик? Да. А, ну она не заряжает от того. А? Она не заряжает. Я заметил, это пока ты еще заметил. Там, ну, как-то разные эти способы зарядки. Там обычно надо, чтобы было не Type-C, на Type-C. Телефон зарядки отключил. Я слышал. Горячий. Все, гайка, кольцо обземное. Так, вот эта штука. Это кольцо. Руки грязные. Ты чистые руки? Что ты нужно делать? Одень трубу, чтобы я не повымазывал трубу. Руки грязные. Выровни ее сначала, кстати, как это. Эту уровнить. Если, да, эту грязную. Да не надо там не такой уж большой градус. Ладно. Ставь его, главное, туда, в упор. Все? Ну, чтобы бойлер не слетел с катушек. Тури много, сейчас сорвешь вместе с плиткой. Я так и знаю. Все, давай. Подожди, Аня, подожди, вышла. Труба кривая. Так, ну, влазит. Сейчас я зажму, но потом выровняю. Ну. А потом можно будет открыть, включать, да, уже? Ну, что там подключить, под раковиной все одно. А, так, а, посередине сломался, точно. Попасрапай, забери тут. И сам дотронуться до меня, чтобы вообще хотелось. Во. Лайк.
Правда, напаклил здесь на фумленту. Но боюсь, мне пришлось все перепаковывать. Это фумлента, я не доверяю ей. Ну, посмотрим, сейчас запустим. Напаклил, потом поза появилась. Ну, так вот. Сюда подключили, потом под ванной. И сюда. Одну завели, подключили, сейчас вторую. Подключим. Сейчас. А ну пускай. А ну просто как. Ну там где-то хватит. Так вырезать. Где она? Овчечки. Надо выровнять, бо сейчас палец я сломаю. Ты чё, Тём? Китрини фени. Так. Опа. В бок. Это место не мое. Не, не поместится туда. Жена. Нет, труба влезет тут. Влезет? Да. Ну, она и влазит. Легко. Ай. Полочка уже. Человек там сейчас вылетит. Так, давай, наверное. Кольцо это и этот двульцовку. Сразу денешь, да? Ну да. Полочку закрывается. Условия. Ушло. Походу. Тихо. Получилось? Блин, как на рыбе себе. Все есть. Ключи, так, у тебя есть? Давай ключик. Ключик есть? Единственный, который поместит.
Не вылетело там? А ну включайте воду, сейчас будем проверять. Под давлением. Холодную открывайте. Горячую не надо.